Всем добрый день. Ну что, посмотрим на мою самую халявную помелу. 19 миллионов. Так иногда бывает по понедельникам. Так, сколько у нас там уже открыто-то? Я, как обычно, без подготовки, без всего 2400. Давайте 10 штучек, 5 штучек откроем. Раз. Два. Три. 4, 5, да хотя можно даже 7, чтобы потом не париться, 6 и 7. Что-то из золотого мало что падает. Так, собираем испытание выжившего, 16 миллионов, остается минута 33. То есть мы по-любому забираем сейчас первое место, вот как ни крути. Ну, я надеюсь, он сейчас не будет целую кучу всего открывать. Сколько, я думаю? Еще 3 открыть, чтобы за 110 100% забрать и не рисковать, да? Нормально же говорят, как думаете? Я считаю, что нормально, потому что кто такой бро с 372 сервера, я вообще таких не знаю, поэтому я думаю, что тут можно было бы даже всего лишь открыть 2 карточки и уже выиграть. Но сколько раз уже я с этим сталкивался, что пытаешься сэкономить, в итоге потом проигрываешь, и это вообще не есть хорошо. Так. Тут вроде никто, вроде нет, не пытается вылезти. Поэтому мы сейчас должны будем спокойно выигрывать. Я думаю, он максимум десяточку откроет, и то навряд ли. Я думаю, что он уже максимум своих карточек открыл. Но мы, говорю, 10 карточками ради 22 помел, 22, ради 2 помел рисковать точно не будем. Так, что мы 3 открываем? Ну, поехали 3 открывать. Раз. Два. О, Лидия. О, 2 Лидии, нифига себе. Вот они бы раньше мне так падали, когда они мне нужны были. Ну все, я думаю, что он уже не будет. Начал за 33, мог спокойно за 20 секунд начинать. Просто божественное помыло, мне так чувствую, достанется сейчас. Очень-очень дешево 7 помыл сейчас достаются. Вот ради этих моментов я и коплю карточки, чтобы вот в такие моменты просто прийти и забрать эту помылу. Потому что это прям... божественно. Вот она. Есть. 7 помелы плюс 2500 еще рубинов. 417. Мне остается 33 помелы.